выбирайте материалы, которые вы понимаете, ну, минимум на 70%. Если вы работаете с материалом, которого вы не понимаете на 70%, это не важно, какой материал, сериал, фильм, песня, книга, не... понимаете, 70% не берите за него, потому что это вас просто расстроит, и это не будет неэффективно. В чем плюс работы с таким материалом? Во-первых, 70% это уже для вас составляет контекст. А контекст важен, чтобы понимать, о чем идет речь. Еще это вам очень сильно экономит время, потому что вам позволяет не пользоваться словарем. Словарем нельзя злоупотреблять. Да, можно сказать, то есть мне это кажется ошибкой не пользоваться словарем. В принципе, когда вы изучаете язык, очень редко, когда нужен словарь, так по-хорошему, если подумать, если вы занимаетесь правильно, то есть если вы выбрали материал, где вы понимаете 70%, ну, и встретили неизвестное слово. Ну, и я говорю о таком случае, да, пользование словарем. Не понимаете слово. Так что сразу бежать к словарю. Допустим, что у вас такой книга, словарь, да, не электроны. Тогда надо к нему потянуться, открыть, найти. И ваши 15 минут, которые у вас были на изучении иврита, уже закончились. А если это электронный словарь, мы все пользуемся, скорее, телефоном или интернетом, да, со словарями, для словарей. Пока вы откроете вкладку, пока вы найдете слово, заодно вы увидите, мне кто-то написал, надо ответить, тут mail, там это, все, ушло. Эти 15 минут, которые у вас были, на себя, для того, чтобы как-то чем вложить в себя время, вы потеряли это время, и вы отвлеклись. И вы не хотите отвлекаться, когда вы занимаетесь, обязаны заниматься в тихой обстановке. Без шумов лишних. Не отвлекаясь на словари. Если вы знаете 70% текста, материала, вы из контекста поймете слово. А если я не понял из контекста слова, как тогда быть? Тогда ничего страшного. Тогда мы идем дальше.